Сегодня мы чествуем нашего уникального, нашего любимого друга, друга всех музыкантов. Многие музыканты действительно ему обязаны просто что тем, что он смог выразить то, что они как-то лелеяли в душе. Благодаря ему, наверное, многомиллионная наша публика услышала лучшие образцы зарубежной и отечественной музыки. Так что о достоинствах этого человека можно говорить долго и долго, но мы сейчас будем петь. Я вспоминаю, как я познакомился впервые с Андреем. Это было, наверное, в году где-нибудь в 81-м в Москве. Я тогда был участником такого коллектива «Последний шанс». И Андрей предложил мне подписаться в его студии. Вот. Впоследствии было организовано несколько выступлений, в том числе уникальные такие концерты во Дворце молодежи, барды и современная рок-музыка. По сути дела, это были, наверное, первые легальные рок-концерты, которые прозвучали у нас в нашем Советском Союзе. Вот. Он сумел собрать на сцене меня, Бориса, Майка, и все это вот так было названо «Барды и современная рок-музыка». Вот я хочу как бы из этого концерта попеть немножко песенки. И открывалось это все вот такой песней. Есть надежда.